Нарушение сна у детей. Капризность. Тревожность. Режутся зубы. Есть решение. Дермикинт – гомеопатическое средство. Вот что говорят о препарате покупатели. Одно время, наверное, из-за зубов, у дочки нарушился сон. Практически не спала ночью, да и днем немного. Пожаловалась педиатру, она назначила данный препарат. В общем, результат мне понравился, сон действительно наладился. Пили его недолго, но результат был заметен сразу. На вкус ребенку нравился, и по отзывам других мамочек, с кем я общаюсь, всем очень нравится данный препарат. Еще хорошо, что это гомеопатический препарат, значит, безопасен для деток. Лично я этим препаратом очень довольна. Доченьке невропатолог в 3 месяца прописал, потому что она очень плохо спала, крутилась, выворачивалась. Видно, что ребенок трет глазки, спать хочет, а не может. Мы даем 4 раза в день, действует, на мой взгляд, он очень мягко. Постепенно она стала немножко спокойнее, сейчас спит днем бывает и по 2 часа, хотя раньше полчаса и все, так что нам этот препарат подошел, я бы его советовала. Очень помог прекрасный препарат при прорезывании зубов. Ребеночек стал намного спокойнее. Раньше не верила в гомеопатию, но после этого препарата и его действия теперь верю. Препарат выпускается в таблетках. Нарушения сна ответственны примерно за 1/4 всех расстройств и негативных физиологических состояний. А к подобным проблемам у детей стоит отнестись еще более серьезно. Без полноценного регулярного сна малыш не сможет нормально расти и развиваться, а в будущем рискует получить массу проблем физиологического и эмоционального характера. Сегодня врачи выделяют порядка 70 синдромов, характеризующих нарушения сна. Препарат Дермикинт – одно из средств, которые используют для лечения этих нарушений у детей младшего возраста, до 6 лет, и грудничков. Инструкция рекомендует принимать Дермикинт по 1 таблетке 4 раза в день, за полчаса до или после еды, в течение 3-4 недель. Таблетку нужно рассасывать. Допускается размельчать таблетки или растворять их в чайной ложке воды. Прием препарата не предполагает противопоказаний. Не выявлены и побочные эффекты. Цена на Дермикинт в интернете, как правило, ниже, чем в аптеках. Ссылку для заказа препарата я оставлю в описании. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь и включите колокольчик, мы регулярно публикуем новые видео. На сегодня все, удачи всем, пока-пока.